На Кольской АЭС работали представители Международного агентства по атомной энергии. Цель инспекции – подготовить сотрудников станции к визиту специалистов МАГАТЭ, который состоится в ноябре. Ведущие международные эксперты, которые инспектируют атомные станции по всему миру, должны оценить безопасность объекта. О репетиции ревизии – следующий сюжет. В ноябре на Кольской АЭС будут работать эксперты по безопасности из Международного агентства по атомной энергии. Такие проверки проводятся на всех атомных станциях стран-членов МАГАТЭ и называются миссией АСАРТ. Цель исследований – выявление как сильных, так и слабых сторон в сфере безопасной работы станции. Сильные стороны могут быть полезны для других атомных станций, слабые, если таковые найдутся, получат оценку специалистов и должны быть исправлены. Проверка во время миссии АСАРТ хватит 9 направлений деятельности Кольской АЭС. А сегодня специалисты МАГАТЭ приехали, чтобы посмотреть, готова ли станция к предстоящей проверке. Мы показываем, как миссия ОСАД будет работать, какими стандартами, какими руководствами будет пользоваться, чтобы станция, для станции было возможно подготовиться к этой миссии. Я понимаю, что вы проводите большую работу по модернизации, по повышению безопасности. В ходе семинаров рассмотрены такие направления, как безопасность, методика проведения осмотров на площадке, международные стандарты в области атомной энергетики. Кроме того, эксперты вместе со специалистами и руководителями подразделений провели тренировочный обход помещений атомной станции. Спасибо вам за визит, спасибо за великолепную... великолепный семинар, который вы нам провели в течение 3 дней. Ну а нам надо мобилизоваться, не упуская зря время, и готовиться к миссии АСАРТ. Я думаю, что мы способны подготовиться и достойно провести. Этот семинар стал первым в череде подготовительных визитов специалистов МАГАТЭ. Вслед за ним с апреля по декабрь на Кольской АЭС будут проведены другие семинары по направлениям миссии АСАРТ.